посчитать по дороге. Пробивает, добивание, и второй сейв, потрясающе, и третий удар. Да, вот сейчас Михаил Августов ценой там, наверное, собственного, по-моему, лица второй удар отразил. Вот такое вот чутье вратарское продемонстрировал, очень здорово, конечно, спас. Да, это было очень здорово, и еще там Евгений Захаров мог после этого забить, но там Евгений уже, конечно, старался пробить как можно быстрее, да, второй сейв просто потрясающий.